Вот такие вот сейчас еще посадки роз. Вот так вот, смотрите. Еще это молодые розы. Этот парк сейчас только-только осваивается. Вот, смотрите, я вам уже показывал. А это молодая лаванда. Молодая лаванда. Вот она, смотрите. Красота, да? Но все равно лавандовый запах вообще конкретный. Конкретный. Здесь десятки гектаров. Ну, я спросил, они сказали. Я говорю, может, когда дома закончатся, снесут. Нет, говорят, это специально делается. Парковая зона будет. Ароматик. Я же вам показал ароматик парк. Ароматик. Это люди приходят здесь, отдыхают. Вот, ароматик парк. Вот, тут все создано. Вот здесь сейчас вот это будет строиться чайхана. Вот, вот такие вот, видите? И вот яблоки, вот смотрите. Фрукты еще стоят. Это старые яблони. Видите, как сделано. А тут вот, пожалуйста, вода. Вот. И здесь поля, и здесь поля, везде поля. А вон там вот слива, там джиде, там персики. Здесь садовые деревья берегут. А, смотрите, какая красота. А, успокаивающе действует, особенно вот здесь сядет вот так вот. Успокаивающе. Это из-под земли бьет эта вода. Сказали, насоса нет, из-под земли это. О. Вон там люди с семьями приходят, отдыхают. Вот детские площадочки здесь. Здесь, смотрите, пожалуйста, между рядами можно ходить, любоваться. Вот. Смотрите, какая красота. Вот видите? Вот, лебеда растет. Вот. Кстати, мы из лебеды делали, всегда делали самсу вкусную. Для кого-то может быть странно, но из лебеды мы делали, вот, из клевера мы делаем хорошие блюда, вот, смотрите, видите как, здесь чистенько, все хорошо, мусорный пакет стоит, вот, если мусор туда, каждая эта сам вода подключена, автоматизированная система капельного орошения, трубы проложены. Вот такие вот мостик, вот такой вот, можно на мостик встать, вот так вот. Вот он, смотрит, какая красота, видите? Вот. А, и под вами вот так вот вода. А там уже бьет вот эта штука, водичка. А там уже наверняка это самое, насос. Вот, обратите внимание на этот парк. Вот смотрите, какая большая. Вот. А теперь вот ту сторону, смотрите, вон дали розовые поля, я вам показывал. Вот везде строятся дома, смотрите, вон. Вот посмотрите, дорогие мои, чтобы вы видели. Вот они, дома, вот они. Они вот уже в этом году будут сдаваться. Вот, пожалуйста. Вот, и тут же парк, и видите как. Парк поставлен, и розы. Цветы, все, вот это дома, все уже на стадии, считайте, сдачи. Некоторые на 80, некоторые на 90. Вот этот на 100% уже все, уже скоро заселение. Вот, а этих уже живут уже, но есть тоже среди них, видите как, еще и есть, которые строятся, вот они между ними еще. Вот, видите? Вот Анкара, вот такие дома. Красота, да и только. Вот. Так что Анкара очень современный город, ребята. Город для жизни. Город для жизни. Вот такие вот дела.
Вот, теперь сделаем обычное это. Ну вот, всех вам благ, хорошего дня, еще раз с праздником.